«Позор строительного комплекса Петербурга». Так Игорь Албин назвал здание будущего отделения полиции в Шушарах. Вице-губернатор отчитал застройщиков за протечки на потолке и воду в подвалах. Запроектирован в 2010 году. В 2011 году была получена экспертиза, к строительству приступили также в ноябре 2010 года. Строительство трехэтажного здания для отделения полиции длится уже 7 лет. За это время на объекте сменился подрядчик, а проект подорожал на 25 миллионов. Новый исполнитель работ доложил, осталось доделать только мелочи: электроснабжение, гидроизоляцию дренажа, установить дизельный генератор и благоустроить территорию. Закончить планировали к 20 июля. Вице-губернатор перенес дату на 3 недели раньше. Попрошу вас завершить работу на этом многострадальном объекте. Позорится, прекращайте. Позора строителям добавили пятна от протечек на потолке 3-го этажа. Игорь Албин поднялся на крышу и сделал несколько критических замечаний по поводу конструкции кровли. А подвалы здания и вовсе не выдержали никакой критики. В них стоит вода. Вице-губернатор пообещал вернуться и проверить качество работ в рамках следующего рабочего визита в Шушары в первой декаде июля.